В республике планируют построить торговый дом «Дагестан». Его проект обсудили сегодня на встрече представителей строительной отрасли республики и вице-премьер Дагестана Абусупьян Хархаров. Напомним, что поручение по созданию такого объекта дал лично Рамазан Абдулатипов. По плану торговый дом должны сдать в сентябре. Таким образом, у дагестанских производителей появится своя площадка для демонстрации изделий. Мы должны поддерживать нашего производителя. Вот. И не возить из Махачкалы сметану Цунта или еще куда-то. И еще несколько примеров были приведены такого же характера. Вот. Но мы эти вопросы как можем решить? Мы можем это решить только через то, что создать специализированное учреждение, которое будет заниматься, координировать эту деятельность.